Миллион рублей за моральный ущерб. Такую сумму требует взыскать с обидчицы Виктория Скрипаль. По мнению ярославской племянницы, отравленного в английском Солсбери Сергея Скрипаля, ее оскорбила соседка. В житейском конфликте соседей с политическим уклоном разбираться предстоит Фемиде. На первом заседании суда побывала Алена Лисенкова. Не дайте госпоже Скрипали и ее мужу завладеть вашими деньгами. Объявления такого содержания появились на подъездах многоэтажки на проспекте Фрунзе. Как неизвестные расклеивают эти бумажки, запечатлела камера видеонаблюдения. Ранее Виктория Скрипаль вместе с мужем в течение 3 лет возглавляла ТСЖ своего дома. Женщину сместили после истории с отравлением Скрипалей. По мнению Виктории, причина отставки абсолютно надуманная. После вот того, как я выступила первый раз на Первом федеральном канале, после этого непосредственно даже сам Игорь Анатольевич позволил себе бегать, поручить мое имя и вот попросить человека написать вот такие вот пасквили на меня. Игорь Анатольевич – новый председатель товарищества собственников. На заседании явился в качестве свидетеля со стороны ответчика. Самого ответчика не было. По делу знает мало. Объявление, говорит, видел, но кто писал – не знает. Зато высказывается о неадекватном, по его мнению, поведении Виктории. Виктория Скрипаль заскочила в помещение правления, где я работал, с документами, исполнял свои служебные обязанности, набросилась на меня, сбросила непосредственно предметы, лежащие на моем столе, схватила меня за грудки и ударила 2 раза. Сторону ответчика, а точнее ответчицы, представляет адвокат. Нам представлены письменные возражения на иск, в которых мы указываем тот факт, что, безусловно, Искелевич признает, что данное объявление изготовлено ее рукой. Считает, что факт распространения расклейки данных объявлений в суде не доказан. И также данное объявление, по мнению Искелевич, не содержит сведений, порочащих честь, достоинство, деловую репутацию, а содержит просто предположение. Зачем женщине понадобилось выяснять отношения в эпистолярном жанре, непонятно. Так или иначе, Виктория Скрипаль считает, ее достоинство и честь задеты и требует возмещения морального вреда 1 000 000 рублей. Рассмотрение этого дела судом только началось. Алена Лисенкова, Василий Мосин, Новости города.